Привет, зритель. Поздний вечер. Я сегодня наконец-то нацепила эту... Да, сейчас будет мой уход на июнь. Вот эту вот... вот эту, короче, в телегу, глянь, там бантик сверху. Я сначала делала масочку, которая будет в этом уходе, а потом я это самое... Поняла, что у меня волосы уже не в той кондиции, потому что когда я смывала масочку, кошка прыгнула на меня. И, в общем, если поднимаешься, чтобы нормально умыться и ничего не задеть, то она вцепляется когтями, а если не подниматься, то, в общем, в итоге, ну, в общем, волосы у меня стали не в той самой кондиции, я решила вот так записываться. Почему бантик сзади, я даже не очень уверена, что я правильно эту массу, как ее там, повязку нацепила, ну, вот, я подумала, что пусть он будет сзади. Короче говоря, вот у меня тут мог бы быть в пустых баночках, но еще не закончился. Это подарок от подписчика Сергея, Батавикос. Крем для рук, локтей, коленей, пяток. Интенсивное увлажнение, очень классный крем. Я сейчас ему и увлажню заодно. У меня там пара штук есть, но я что-то подумала, что я ими крайне редко пользуюсь. Они у меня висят так на подстраховку. Ну, крем для рук и бальзам для губ в рюкзаке. Мне эта кольцевая лампа прям в лицо светит. Я смотрю на себя в мониторчик камеры и уже вот как-то это... Белые круги перед глазами, можно так сказать. Так, у меня тут еще не закончилось, но по приезду из деревни я все-таки умудрилась полежать в ванной. Сегодня думала, ну сейчас уже поздно, может завтра полежу. Короче, это подарок от Полины. Комплимент Натуралис. Пена для ванн, противопростудная, малина и эвкалипт. Сейчас около 10 вечера. Даже уже внезапно минут 7-11. Ну, как-то у меня так получилось. Тут целых пол-литра было, тут еще есть. Она экономичная, хорошая пена. И вот, ну, реально там эффект такой противовоспалительного что-то есть. Противопростудного. Чихнул, залез в ванну, полежал, отмок, вылез, все хорошо. Спасибо, Полина. У меня тут есть зубная паста. Я ее как-то купила в Пятерке. Красная цена за 49 рублей с копейками. То ли 49.00, то ли 49.99, ну не суть. Тут 100 мл, защита от кариеса зубная, паста укрепляет эмаль зубов, предотвращает развитие кариеса. Ну, как бы это, не то, чтобы у меня ввели финансы на тот момент романсы. Не то, чтобы мне вот позарез нужна была зубная паста. Что-то я ее увидела, думаю, что бы не купить. И вот теперь я ее пользую, вот у меня закончилась бакинсода, которая была в пустых баночках, которые сейчас грузятся на канал на данный момент с кухни, с планшетика. А это самое... Вот как раз и я... Она одна закончилась, а это я уже начала пользоваться. Она у меня будет в уходе... В зубном уходе на июнь. У меня тут... Я думала, он будет в пустых баночках, там, потому что раза на 3 или 4 было. Ну, как-то вот я 2 раза им пользовалась уже. И тут еще, может, на раз на 2 осталось. Но вот я как-то так получилось, что он не успел еще доюзаться, и я его буду уже летом, наверное, доюзывать. К. 100%. Рестор. Кевин Мерфи. 40 мл. Это подарок от подписчицы Лены, которая из Франции. Вот посылка там была от нее. По-моему, последняя из обзоров посылок от нее была. Я не помню, там от Лёлечки была или от Лены. От кого-то из них, короче, последняя обзорная посылка на канале. Гляньте, если надо, там, если хотите, в плейлист, по-моему, подарки от людей, дары верующих. Ну да, был какой-то... Я последние что-то года полтора забыла про эту тему, что люди, зрители, которые мне что-то дарят на обзор, это верующие в Великую Лёльку. Кто-то из зрителей эту телегу тему толкнул. Хотя до этого эту тему толкал про святую... Почти святая Лёлька... От Глебушка Мальцев, короче, с тифаретника, не суть. Вот этот маленький бочоночек, это вот бальзам для волос, хорошая такая штука, мне понравилась. У меня тут пенка для умывания, коллаген, пенка для умывания. Из этой же серии у меня еще крем для рук. Потом вот это обзорная пенка с аптеки Апрель. Есть отдельная как бы плейлист, где пока такой один еще ролик апрельский. Ну, потом я делала у них заказ уже за свой счет. Но пока еще не обозревала, и если получится, запишу, наверное, уже завтра АСМРчиком. В общем, хорошая пенка с коллагеном. Нежная такая пенка. Вот в серии таких пенок, вот в таких флакончиках, у меня, по-моему, как-то от Коры была такая пенка, еще от чего-то была такая пенка. И, в общем, мне нравится, понравилась пенка. Нежная такая, кожу не стягивает, не сушит хорошо, это очищает, увлажняет в таком духе. В общем,
Клевая пенка. Так. Обзорная пенка. Это я сижу сейчас в одной группе. Ну как, раньше я в ней давно уже состою, но как-то я до этого не особо как-то ее почитывала или просто почитывала. А сейчас и почитаю, и сама еще и стала снова писать отзывы на Эрике. Так вот, эта обзорная группа в основном с авторами Арика, и там вот эти обзоры, обзорные видео, обзорные отзывы там, правда. Ну, в общем, я как-то некоторые словечки оттуда подцепила. Это Avon Sense, лавандовое спокойствие, жидкое мыло для рук. Это от, в общем, подарочек от подписчицы Лёлечки. Не смотрите, что я его мало юзала. Меня там оказалось в запасах бытия, я что-то рылась, а искала одно, нашла внезапно мыло еще детское от Лёлечки. Я уж думала, оно давно ушло, ну, смылилось, а оно еще было. И я что-то его так достала, и в итоге, хоть оно и не было заявлено никуда, я его сейчас не вынесла из ванны, потому что оно там лежит, есть не просит. И я пользовалась то этим, когда вот, ну, удобнее все-таки нажимать. А иногда как-то это руки тянулись к кусковому мылу. И я пользовалась кусковым мылом детским от Лёлечки. По-моему, у братьев с этих Крестовниковых. Минус, конечно, оно слегка размокает, эти все мыла Крестовниковых. Но, в общем, как-то оно у меня было так. И вот я им даже этим мылом пользовалась по большей части вместо геля для душа даже. Поэтому у меня гель для душа, который был заявлен на май, тоже от Лёлечки Avon Sense, с корицей, что ли, там что-то такое. Ну, не очень сильно заюзался, плюс он еще такой экономичный, у него там состав, видимо, у эйвенских гелей сменился, они более такие концентрированные, ну, как-то они более экономичные, вышли капелька на губку, уже много пены. И он у меня пойдет пока в запасы, и я на этот месяц немножко другой гелик, тоже Avon Sense, тоже от Лёлечки, решила заюзать. Ну, в смысле, на месяц не на этот, а на следующий, на июнь, потому что у нас сегодня еще 28 мая. Вот лавандовых мыло будет приходить туда. Ну и иногда бывало просто так, что надо было как-то Ну что-то у меня было в ванной, мне надо было это как-то убраться. Я так убралась, думаю, сейчас оно мне пока мешает, сунула в ящичек под мойку. А потом думаю, блин, где мыло-то? И забыла как-то, постановку, как им пользовалась. Вот. Сейчас я как раз и сниму с него эту пленочку. Вот это вот гелик, про который я говорила. Avon Sense. Апельсиновый твист. Гель для душа с ароматом апельсина и жасмина с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки. Это вот как раз подарок тоже от подписчицы Лёлечки. Это с ее вот этой последней посылки там в обзорах. В плейлисте. Подарки от людей и дары верующих или что-то в этом роде. Сейчас я его заодно и занюхну. Слушайте, апельсиновым соком пахнет, апельсином пахнет. Вообще тут жасмин я пока не чую, а апельсин чую. Может, в душе откроется и жасмин там, и апельсин. Спасибо, Лёлечка, буду с удовольствием пользоваться. Так, у меня тут масочка, которая вот недавно пришла кошка. Тут вон это... Кошка хоть я вчера и убиралась генерально, у меня тут чисто вымыто все, ну ладно тебе. Ей бумажки шуршащие эти, скотчи шуршащие хочется поюзать. У меня тут маска от Молка-Молка, это с моего сотрудничества с этой фирмой. Можно купить эту маску на Вайлдберрис, есть отдельный плейлист Молка-Молка, есть отдельный обзор видео, и шорты есть. И... Короче, хорошая маска, я вот сегодня ее наносила как раз вот где-то за минут 40 до снятия этого видео. Кожа очень чистая, но все-таки нужно после нее немножко крем легкий какой-нибудь увлажняющий нанести, потому что вот у меня сначала было все чисто вымыто, не стянуто, ну, в общем, чистая гладкая такая кожа, а потом на щеках я немножко обнаружила такие вот как бы сухость, ну, сухие кусочки кожи, которые требуют, чтобы их увлажнили. И я увлажнила кремиком, который мне подарила подписчица Света корейской фирмы Mary Kit. Сейчас я его найду. Вот. В общем, вот эта маска у меня будет пользоваться. И можно раз 10 дней пользоваться, а можно раз 5 дней. Ну, есть отдельное видео, гляньте, если интересно, на эту маску. Вот, что я крышечку с него сняла. Ну, в общем, это нежненький такой кремик от Mary Kit. От подписчицы Светочки. И там был целый наборчик такой. Тоник. Ну, он назывался вообще тонер. Сыворотка, они уже давно в пустых баночках отвалялись.
Маска еще и крем. И маску я пока не пробовала, она еще стоит, она сроком до апреля следующего года, но я его потом открою, поюзаю. А вот этот кремик, он такой нежный, и вот вообще умылся, Тонь, даже можно, мне так как-то в комменты писали, умываюсь ли я кусковым мылом, но я не всегда умываюсь пенкой, а иногда, чаще так я умываюсь водой, просто, из-под крана. Иногда я умываюсь пенкой, помимо воды, иногда умываюсь крабиком, помимо воды, а иногда, ну, в общем, как-то вот, когда как получается, мылом я пока еще не умывалась, а детским. Может попробовать. Каким-то там самопальным мылом когда-то тоже вроде умывалась, ну что-то делала для себя. Ну, короче, я умываю. Можно просто умыть лицо водой. Протереть алоэ гелем или тоником на основе алоэ геля, который у меня в деревню уехал. А потом вот этим кремиком и все, кожа нормальная до конца дня будет себя прекрасно чувствовать. Очень он мне понравился, очень экономичный, хороший кремик. Тут 30 мл, и я думала, он будет в пустых баночках, но он еще, в общем, как бы не в пустых. У меня тут как-то от одного переходит к другому. Это подарок от подписчика Сергея. Это гель алоэ вера 99%, холика-холика. Тут уже немножко осталось, я потом думаю, ну, в общем, короче, надо мне будет потом разжиться каким-нибудь алоэ геликом в летом между приездами сюда из деревни. Он очень густой, вот уже плохо достается, я туда чуть-чуть воды капнула, так вот, чтобы он был менее такой густой, но он все равно, короче, как бы довольно проблемно доставать его. Я его ставлю вот так, там все стекает, открываю, отвинчиваю, уже потом наношу на себя. Я его, вообще, алоэ гель использую, в том числе этот, вместо крема, вместо тоника, ну, лицо протереть иногда его, а потом уже крем наношу. Универсальная вообще штука алоэ гель. У меня тут был алоэ вера кусочек, ой, задела штатив, кусочек в этом самом морозилке, я на днях как раз размораживала, как сюда приехала, вот в понедельник приехала, в четверг размораживала. И, короче говоря, или в пятницу уж размораживала, уж не помню. В пятницу, наверное, размораживала. Потому что вчера мне как раз делали друзья этот самый, блин, смеситель ванной. И меняли. И, короче говоря, я достала этот алоэ. Думаю, блин, ну, как бы все из морозилки достала. Думала еще раньше, пока он в морозилке лежал, думаю, что-нибудь сделаю с ним, там измельчу, сделаю себе какой-нибудь тоник и то все. И достала, и забыла про него, и он уже так вот, ну как бы пах. Он вообще алоэ пахнет. И вот это алоэ, он разморозился, пах, и он уже, вот, у меня просто сил не было его куда-то девать, и я его, скрипя сердцем, на самом деле подумала, ну он уже вот такой раздрягся, думаю, если бы я его сразу переработала, еще да, алоэ, говорю, прости. Ты там практически год лежал, короче, я его отправила к праотцам, выкинула. Но вот можно при случае, у меня там прилично сейчас алоэ всяких надо будет пересадить, надеюсь, завтра получится. И как бы при случае можно и самой сделать, ну. Короче, алоэ, вот он хороший такой. Это вот заканчивается. Так, у меня сейчас тут уже вот почти половинка уделанная. Сегодня я, правда, им не пользовалась, потому что я помыла голову, даже не высушивая, расчесала кепку, одела и поехала в Идры. Там надо было свести бабушке рассаду, ну, заодно и молока купила. Дорогом, это подарок тоже под подписчицы Светы, Numero Brelil Milano, сделано в Италии. Это двухфазный бальзам для волос, несмываемый. Бальзам 2, так, где он тут? Двухфазный бальзам моментального действия с экстрактом овса. Я сначала его прыскала чисто один пшик на щетку, потом один-два пшика на щетку, потом мелкий шрифт просчитала, видимо, первый раз невнимательно, либо не обратила внимания, ну уж не знаю что, и поняла, что надо побольше, и в общем он у меня стал быстрее идти. Волосы с ним чуть подольше сохнут, но более как бы пышные там вот. Иногда даже подольше с ним пышными остаются. Хорошая штука. Спасибо, Светочка. И вот он у меня будет в июне пользоваться. Это у меня сотрудничество с российской косметикой Велиния. Шампунь с березовым дегтем и экстрактом коры ивы. Очень хороший, экономичный. Я уже приноровилась. Один пшик, одна выдавливание. И вполне себе, если волосы очень хорошо конкретно так смочить водой, то они промываются с одного пшика. То было я и два выдавливала, и три. Чё ты там делаешь, а? Вот жук-то, а?
Там у меня фотофоны лежат, а мы лезем туда драть когти. Больше драть нечего. В общем, тут, как я уже сказала, 330 миллилитров. В общем, он у меня вот столько заюзанный. Чуть меньше пол. Ну, где-то 2/5, наверное. Он у меня будет использоваться в июне. Очень мне нравится. Он, вот этот шампунь для всех типов волос. Волосы хорошо промывают. Они, кстати, если кого-то напрягает аромат вот этого березового дегтя, то он тут вот в первые моменты открытия он мне казался даже слегка с кислинкой. Очень легкий аромат от дегтя на самом деле. И на волосах он не ощущается. Ну и, соответственно, при мытье не так вот, как, допустим, есть шампунь для волос целитель с березовым дегтем, и он тоже русской фирмы. Он очень так вот ядрено этим дегтем воняет. Если вы вот любите подобные шампуни, но у вас отпугивает запах, то вот это вот очень хорошая штука. Есть отдельный плейлист с Веленией, ну и там гляньте, если интересно, обзор на них. Достойная косметика. Тоже российская косметика и тоже с моего сотрудничества, кстати, четвертого. Это пробиодерм, молочко для демакияжа, пробиотическое для всех типов кожи и всех возрастов. Это у меня где-то в феврале, что ли, было последнее сотрудничество с ними. И как раз вот там было несколько косметических средств и закваски. Если хотите делать заказ и кажется, что цена кусается, допустим, вот на эту штучку, то 10% скидка по промокоду Ivy Forever сделает вам счастье. Либо же ткнитесь в инфобокс, и там будет прямая ссылка, где уже вшит этот мой промокод на эту скидку. Ну и делайте себе заказ. Там скидка на косметику как раз и на закваски. Пробиодерм – это линейка косметики от Bugsdraft. А Bugsdraft выпускает закваски. Ну и там помимо заквасов еще куча всего в этом году. Я вот заметила, ассортимент очень увеличился. Ну, отдельный плейлист Bugsdraft есть. Если интересно, тоже гляньте. Если будете смотреть, поставьте, пожалуйста, пальчик под те видео, которые смотрели. Кверху. Можете даже написать коммент, мне будет приятно почитать. Короче, вот это очень хорошее молочко, оно мне очень нравится. Оно быстро так удаляет макияж. Ну, у меня макияж, сами знаете, если не знаете, сейчас узнаете, только вот губы. Я больше ничего не марафетю декоративкой. Ну, ногти иногда. Сейчас они у меня ничем не помазаны. Вот, хорошее молочко. Ничем не хуже, допустим, косметических сливок от Green Mama, которые у меня сейчас пока в запасе стоят. Недоделанные. Так, и еще вот кремик тоже. Крем дневной для лица пробиотический, для сухой и чувствительной кожи от 25+. Тоже пробиодерм. От Багдрав нежный очень кремик. Ну, знаете, вот если сейчас вот как бы... Ну, плюс 15, 10, плюс 10, плюс 15 градусов уже начиная на улице, мне в нем немножко тяжеловато, я его ощущаю. А вот на холодную, ветреную погоду, на какую-нибудь там зиму, раннюю весну, позднюю осень, как-то так вот, на холодно такое. Это вообще отличный, идеальный крем. Можно вот и умыться там пенкой какой-нибудь, даже водой. Его нанести даже не обязательно там каким-нибудь тоником пользоваться или после тоника нанести. Он отлично вообще впитывается, увлажняет кожу, и он мне, именно он только мне помог. Вот у меня иногда бывали, вот сейчас нету такого, тьфу-тьфу, тук-тук, войдите. Тук-тук, да? Короче, можете постебаться на этот счет в комментах. Я вам поставлю сердечко. Короче, у меня вот здесь вот, где вот очки заканчиваются, если у меня был плохой сон, или бессонница, или, ну, в общем, проблема со сном, плохой сон, то у меня здесь вот кожа была шелушенная. И вот он убирает практически с одного применения эту кожу шелушенную. Он мягкую смягчает, и вообще отлично в этом плане, мне очень понравился. И я теперь буду знать, ну, как бы, если он закончится, и ничего другое мне не поможет, то я сделаю потом себе заказ. Ибо у меня там тоже скидка, помимо того, оказывается, помимо той скидки, которая по промокоду, допустим, у вас будет Ivy Forever, 10% скидки, если вы закажете что-то. Так, что тут у меня? Кстати, да, тоже еще сотрудничество, опять же, с Веллини, там еще будет одно средство от Веллини. Это гель-сыворотка супер увлажнение, вообще идеальная штука. Он и крем, и гель два в одном. И были моменты, что я пользовалась только им, вот когда, допустим, Мэри Кит тоже как бы, ну, иногда ее, а потом крем от Мэри Кит. А иногда ее просто, когда бактериаловским кремом, допустим, тяжело пользоваться, потому что стало тепло, и как бы его ощущаешь на коже. А
Кожу все-таки надо увлажнить. И вот она настолько универсальна, ее можно вообще утром, вечером, в любое время. Вечером куда-то пошел или хочется записать ролик, и понимаешь, что кожа какая-то, ну, не совсем идеальная. И протер лицо тоником или умылся и нанес эту сыворотку, она мгновенно практически впитывается. Никакого липкого эффекта, очень такая нежная, гелеобразная. Крем-гель даже, наверное, больше. Или даже гель-сыворотка, действительно, вот так. В общем, очень хорошая штука, и вот такой флакончик 50 миллилитров надолго хватит, мне очень она нравится. Плюс еще, смотри, зритель, тут язычок такой, как бы выдавил. Если, во-первых, затыкается, ну, случайно нажала, но уже не выдавится. Предохранитель такой. В общем, мне нравится такая упаковка. Они с Марикит и Бакдрав похожи, там заполняется шприцом. В общем, она у меня тоже идет на июнь. Так, что у меня тут еще? У меня тут есть крем для рук, который мне сестры дарили в прошлом году на 8 марта. Там был набор от Oriflame мыла и крем для рук вот такого вот формата. Ну, как набором, одинаковым ароматом. Он что-то у меня стоит у компьютерного стола, но у меня руки еще увлажнены. В общем, как-то до него руки не доходят, но он еще вполне себе нормальный по сроку годности. И закончится один, я, наверное, буду пользоваться уже этот. Так, что у меня тут еще? О, вот эта штука, я про нее вообще совсем забыла. Это я покупала на бьюти-патчах, и у меня был промокод от моей скидочной карты, бонусной карты Многору. И вот по промокоду Многору у меня был в первом единственном заказе на бьюти-патчах вот этот вот кремик корейский для кожи вокруг глаз с роликом, с тремя роликами. Таким охлаждающим эффектом за счет этих роликов обладает. Хороший кремик. Но я что-то была вот древняя, и, соответственно, я им не пользовалась. А когда сюда приехала, что-то вообще забыла про него. Так. У меня тут кремик, он стоит на кухне. Это тоже вот как раз коллаген, про который я в начале видео говорила, от моего сотрудничества с аптекой Апрель. Очень классный кремик, и пенка, и кремик приятно цветочно пахнут, хорошо увлажняют ручки, хорошо, быстро впитывается, кожа мягкая, очень классная штучка. Вот, ну, если что, я советую. Если вдруг увидели где-то там в той же аптеке Апрель, хотели бы купить, но не знали, как он в действии, то теперь знаете на моем опыте. Так, это у меня для парфюмов пойдет. Вот это масло для масло-активатор для роста бровей, ресниц от Maldive Dreams. У меня отдельный шорт есть с ним. А распаковку я пока еще не смонтировала. Все, как-то руки не доходят. Очень классная штука. Тоже у меня сотрудничество было. Причем двойное, потом еще на масло кокосовое. Но у меня его пока не будет в этом обзоре на уход. Потому что тут, в принципе, всего дофига. И как бы вот как-то... Я просто подумала, что все вместе это я просто не осилю использовать. Все равно что-то там из того, что я тут обозреваю, иногда на уход месяца в итоге, ну, как бы и ни разу и не открылось. Я им мажу в основе брови. За неделю из тестового использования у меня выросло 2 новых волоска. Вот здесь я заметила. Так что масло действительно действенное. И вот как бы экономичное, хорошее маслице. Советую. Оно из там 6 масел в составе, но я сейчас не смогу их перечислить по памяти, если только в телефон лезть. Ну, не будем тратить время, если просто интересно. Гляньте плейлист Maldive Dreams, там как раз оно есть. Вот еще последний мой как бы продукт от Винини с моего сотрудничества с ними. Кстати, профессиональная косметика используется в 8, что ли, тысячах... 8 с лишним тысяч салонов красоты по всей России используют косметику Вериния. Ну, то бишь, как бы, не абы что, она реально хорошая косметика. Крем для ступней, ног идеальный. Вот у Green Mama раньше был такой крем с охлаждающим эффектом. Мне он очень нравился. А потом года 3 или 4 назад я как-то заказала для своего близкого родственника, который тоже нравился этот крем. Она сказала, что состав, ну как бы этот, консистенция и эффект, он изменился. Ну, видимо, там что-то уже вот реально на спад идет. И я как-то в Green Mama разочаровалась. И вот если кто-то тоже разочаровался в свое время в Green Mama, либо вообще не знаком с Green Mama, но ищет что-то хорошее, хороший отличный вообще состав, натуральный. Тут у меня сколько? 250 миллилитров флакончик, он где-то, ну,
Чуть больше половины тут осталось, наверное, две трети еще осталось. Очень хороший экономичный кремик, хорошо увлажняет ножки, дезодорирует. Легкий мятный аромат, очень мне нравится, быстро впитывается. Я иногда его даже использовала вместо дезика, вот, ну, как бы, он рядом, я вот так подмышку провела, и эффект такой же практически, как от натурального дезика. Нежный, хороший, классный, в общем, он мне очень понравился, и спасибо Верине за сотрудничество, за согласие посотрудничать со мной. Ну и если вам интересно, просто опять же гляньте плейлист Верине, можете пальчик вверху поставить, если будете смотреть видео и вам оно понравится, можете коммент оставить. Ну а так, я этот крем советую, он экономично хороший, мне очень понравился. Я им пользуюсь обычно, когда утром после душа выхожу, и если просто даже ноги там вечером мою, то потом его использую. Так, у меня тут Organic Kitchen шлейф из звезд, крем-духи для тела, органический жасмин и мускатная роза. От подписчицы Полины, у меня еще такая же баночка в запасиках лежит. Я им пользовалась в мае местечково, ну, иногда из душа вылазишь, что кусок спины сухой, стянутая кожа, то руки, то ноги, ну, как-то так. Иногда я его использовала вместо крема для ног. Один раз я его использовала полноценно по всей тушке. Мне хотелось, чтобы вот от меня пахло именно вот этим ароматиком. Ну, чаще им пользуюсь, если я при этом не буду пользоваться потом какими-то духами. Хорошая штука, хорошо впитывается, хорошо увлажняет кожу. Спасибо Полине. У меня тут самопальный спрей дезик на основе эфирного масла. Когда шалфей, когда там чайное дерево. Сейчас не помню, кто, может, розмарин. И фильтрованная вода. Я его с собой брала в деревню. Так потрясла, там такие масляные кружочки появились. Это вообще флакончик от Greenway, российской косметики. Но состав уже совсем другой. Так, что у нас тут еще? У меня тут есть бальзам для губ и фраши. Лимитированная коллекция новогодняя этого года. С чем оно тут у нас? Снежный миндаль. Смотри, зритель, как он сейчас. Это подарок от подписчицы Светы, как раз перед Новым годом был. Там еще был из этой же серии маленький кремик. Ну, в общем, кремик уже давно в пустых баночках. Это я периодически использую. Либо его использую на выход на улицу. Иногда его использую, когда вот ложусь спать. Я понимаю, что губы нужно увлажнить. Я понимаю, что можно медом намазать губы. У меня есть мед. Мы потомственные пчеловоды с 1929 года. Первые пчеловоды по Угличскому району того времени. Но, блин, это липко. Слизывать надо, я не удержусь, этот мед слежу с губ еще раньше, чем он впитается. Поэтому я вот этим пользуюсь иногда, ну, как бы перед сном. У меня тут есть как бы проявляющийся бальзам для губ. Ух ты, тут уже треснул колпачок. Треснула вот эта вот, ну, как бы, крышечка сзади. Колпачок-то нормально, треснула крышечка. Очил, не знаю, как правильно вообще читается. Это корейский бальзамчик. Вот я тут внезапно увидела срок годности. И вот до 8 сентября 2025 года. Из серии вот зеленая такая помадка. Есть такая фирма какая-то китайская, на Алике продается. Еще этой же фирмы давно, в конце 90-х, я покупала в офлайновых магазинах бальзамчики. Зеленый бальзам для губ, который проявляется розовым на губах. И вот этот примерно тот же такой же, только тут еще в составе масла авокадо. Он хороший, хорошо увлажняет. Я им иногда пользуюсь просто на выход на улицу, просто чтобы и как увлажнил, и нежный розовый оттенок. Иногда для записи видео. Иногда просто вот по дому использую, чисто вот чтобы увлажниться. Ну и быть такой нежной розовыми губами. И вот он у меня тоже в уходе идет. Короче, я про Китай говорила, но вот китайская, корейская косметика. Вот эти бальзамчики похожи. Этот я покупала на бьюти-патчах за 299 рублей, кажется. Но вот у него некачественная упаковка внезапно. Он лежал вот так, что тут можно стукнуться. Оно у меня не падало, оно у меня тут только вот что между собой валялось. А если получится, я запишу АСМР вот этой косметички, что у ней валяется до уезда в деревню. Ну и, соответственно, вот оно долбилось, а возможно только то, что тут есть.
Я даже не знаю, каким образом тут могла быть трещинка. Да, вот эта вот штучка у меня от Полины, Новосвит, сыворотка для лица и шеи, ночная, сегодня бы не забыть ей попользоваться. Я в мае регулярно ей пользовалась, но пока не была в деревне, ну и на этой неделе что-то как вот приехала, как-то вообще про нее забыла. 2 раза в неделю ее надо использовать. Очень хорошая, хорошо увлажняет кожу, и я утром ее, соответственно, смываю с пенкой или там с крабиком, ну, использую экономично, мне очень понравилось. Спасибо Полине, и она у меня будет использоваться в июне. У меня тут 2 пробника даже 3 пробника из посылки от Леночки из Франции. Это у нас Ангел парфюмированный лосьон для тела. Я собиралась его в мае заюзать, но вот пока не как-то руки не дошли, может быть, завтра заделаю. Потом молекулярное выпрямление несмываемый. Не забыть бы, что он несмываемый. А то он у меня в ванной лежал, я думала, как-нибудь замазаться, а потом смыть, не глядя. Эффект салонных процедур. Филлер для глобальной реновации волос. Многофункциональный дизайнер волос. Умное восстановление. Усиливает блеск волос на 48%. Белита. Белорусский вот пробничек бальзама несмываемого для волос. И еще бальзам для волос от Yves Rocher, тоже пробничек. Кстати, вот французский пробничек французской косметики. Мне кажется, у меня был вот в похожем тюбике какой-то бальзам для волос, когда я еще покупала Yves Rocher, там года 4, может, назад в Ярославле. Ну, вряд ли вот именно такой, но какой-то вот был бальзам для волос так, от Yves Rocher. Это вроде как смываемый. Еще по-русски так как бы тут нету. Короче, вот. Так, что у нас еще? Это что вообще? Инструкция. А, это биокамин, инструкция по эксплуатации. Так, и тут у меня еще пара, даже не пара. Там просто еще 3 помады от Леночки. Вот это у меня сейчас на губах. Гламур лук. Лак. Лук. Жидкая губная помада, люкс визаж. Там еще и фраше, и помада, и еще какая-то тут. Ну, не суть, вот это вот сейчас на мне как раз. Такс. А, да, еще у меня тут немножко будет. У меня тут очень много ухода. Вы замаетесь смотреть, кто осилит, тот герой. У меня тут пробничек от Молка-Молка, скраб для тела с малиновыми косточками. Я не успела им воспользоваться. Мая как раз вот заюзаю в июне, он будет в пустых баночках. У меня тут крем универсальный для лица и тела от подписчика Сергея Гималая. Ростки пшеницы и сладкий миндаль с природным витамином Е. Очень похож по консистенции и действию на крем с ромашкой от Yves Rocher. Не знаю, он сейчас выпускается или нет. Раньше были в баночках по 125 мл, такие круглые с ромашкой на крышечке. Вот, я тут его приличненько так попользовала. Где-то уже половина осталась. А я его использовала, ну, тоже, в общем, как крем для рук. Вот, ну, вот здесь, вот для этих. Больше как крем для тела, иногда как крем для лица. Очень мне понравился, спасибо, Сережа, хороший крем. Вот, пользоваться и дальше. У меня тут есть бальзамчик для губ. С клубникой. Как раз от Леночки, вот, с ее посылки. Не очень удобно пальцем забирать, ну как бы это. Если ногти короткие, то нормально. А у меня как раз в последнее время они что-то только на одной руке быстро отрастали. Нежный, хороший, хорошо увлажняет губки, такой клевенький. Я единственное не запомнила, проявляет там, есть у него там какой-то цвет или он просто прозрачненький, ну как бы нейтральный цвет такой. И еще вот этот я пользуюсь сейчас в последнее время регулярно. Я что-то в него так влюбилась, я забыла совершенно, что вот эти вот Avon Care бальзамчики для губ такого формата, они такие удобные, нежные, хорошие, классные. Спасибо тебе, Лёлечка, огромное за него. Это вот как раз тоже подарок, как пишется Лёлечке. Увлажнение, увлажняющий бальзам для губ 3 в 1, увлажнение, уход, защита. Я еще самый прикол, я его каждый раз вот выдвигаю, провожу по губам, вот на выход из дома, просто вот в течение дня так. Он даже мне сейчас больше фаворит, чем и фрашевский бальзамчик. А потом, после того, как провела по губам, я его даже, если очень тороплюсь, закручиваю назад. Еще думаю, блин, и так времени нету, еще тут что-то я делаю, на кой хрен я это делаю, чтобы посмотреть, сколько осталось. Вот, ну, маразм, чё.
В общем, он мне очень понравился, очень классный бальзамчик. Спасибо еще раз, Лёлечка. И он у меня будет тоже использоваться в июне. Ну и тут я не буду все перечислять, потому что я не знаю, чем конкретно буду пользоваться. Тут у меня бьюти-бокс, тут масочки, которые я сама покупала на бьюти-патчах, и масочки, которые были в этом бьюти-боксе, которые мне подарила Тонечка. Ну и еще тут масочки, которые были в посылочке от Леночки. Этими я поделилась с близким родственником, сама еще не пробовала. Ну, я так подумала, это как бы... Почему бы не поделиться? Надеюсь, Лена не против. Тут маски-тряпочки. Может быть, завтра этой маской попользуюсь. Это маска желе для лица охлаждающая. Потом какие-то еще пробнички кремов тоже от Леночки. Вот то, что я на бьюти-патчах покупала. Еще где-то просто патчи. Вот патчи для губ 2 штуки. И патчи вот сюда. От Тонечки. Ну, короче, вот такая тут коробочка. Это вот у меня последнее в этом обзоре, что выходит на июнь. Вроде ничего не забыла. Всем спасибо за просмотр. Если я все-таки что-то забыла, дайте знать в комментах. Я вам поставлю сердечко, скажу спасибо, я постараюсь не забыть на следующий раз. Если хотите поддержать мой канал, то здесь где-то будет облачко. Можете кинуть донат на карту Visa. Ссылка в инфобоксе. Если хотите, ждете АСМР или там какие-то, допустим, обзоры хавчика, ну, закупка еды. Я тут пару раз покупала, была у меня закупка еды, но я поняла, что приходила домой что-то такая уставшая, что я понимала, что мне просто лыка не вяжет. Я максимум там фоткала это все и скидывала в телегу. В общем, если хотите, любите АСМР, мунбанги и при этом вот закупки еды, то можете тоже подписаться на Бусти, там есть высший уровень. Ну, если любите хавчики, то можете подписаться на Бусти. Если хотите что-то мне прислать на обзор, чтобы я вас порадовала, и вы порадовались, и я порадовалась, то ссылка в инфобоксе, ну или пишите просто в личное сообщение, я вам дам полный адрес не до востребования, либо там база выдачи Озон Вайберис, есть информация в чатике в телеге, ссылка в инфобоксе на чатик в телеге. Кто осилил это все до конца, всем огромное спасибо. Ну и всем остальным тоже. И всем пока.